Перед тем, как начать видео, хотелось бы поблагодарить спонсора данного видео, а именно группу «Мир Годзиллы и Гомеры», «Мир Монстров», за предоставление информации. Эта группа посвящена кайдзю и различным киношным монстрам, вроде крокодила Густава из фильма «Первобытное зло». Так что смело подписывайтесь, и я уверен, что вы узнаете много нового. Ссылка на группу будет в описании. Горозавр – гигантский хищный динозавр-теропод, напоминающий мегалозавра. Обладает большими челюстями и короткими передними лапками. Хвост изогнут дугой. Уничтожить всех монстров, горозавр способен перемещаться под землей, как барагон. Делит свою территорию с Кинг-Конгом на острове Мондо. При нападении бьет хвостом, кусает и толкает задними лапами, подпрыгивая, как кенгуру. Уничтожить всех монстров, горозавр содержался на острове на одном участке с личинкой Мотры. Позже, под контролем пришельцев килааков, он разрушал Париж, а в финале фильма принимал активное участие в сражении с Кингом Гидорой. Горозавр передвигается высоко, держа большую голову, при этом его хвост иногда неестественно изогнут вверх дугой. На маленьких передних лапах по три пальца. В отличие от большинства других кайдзю, у горозавра нет никаких сверхспособностей. Он не может извергать атомный луч, подобно Годзилле, или молнии, как Кинг Гидора. Но зато он может подпрыгивать, как кенгуру, при этом бить лапами врага. Размеры. Рост 35 метров в 1967 году, 50 метров в 1968 году. Длина 65 метров в 1967 году и 100 метров в 1968 году. Вес 8000 тонн в 1967 году и 20000 тонн в 1968 году. Интересные факты. Битва Конга с горозавром явно навеяна знаменитой сценой битвы Конга и аллозавра или тираннозавра из фильма «Кинг-Конг» 1933 года. Оба сражения заканчиваются тем, что Конг добивает противника, сломав ему челюсть, хоть и в отличие от тираннозавра, горозавр остается в живых. Существует динозавр с похожим именем – Горгозавр. Горозавр – единственный кайдзю, появившийся как в фильмах про Кинг-Конга, так и в фильмах про Годзиллу, не считая самих Конга и Годзиллы. Горозавр появлялся только в фильмах периода Сёва. Это «Побег Кинг-Конга» 1967 года, «Уничтожить всех монстров» 1968 года, он же «Годзилла. Парад монстров». «Годзилла. Минила Габара. Атака всех монстров» 1969 года, он же «Атака Годзиллы. Месть Годзиллы. Камео». «Годзилла против Гайгана» 1972 год. Камео. С горозавром имеет сильное сходство тираннозавр из фильма «Последний динозавр» 1977 года. Горозавр также появился в нескольких видеоиграх – Кайдзю Годзилла, Годзилла Трейдинг Баттл и Годзилла Generations. Если вам нравится этот кайдзю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. В будущем я и дальше продолжу выкладывать видео про различных кайдзю из вселенной Годзиллы.